Всем доброго времени суток, мы с вами продолжаем играть в Цивилизацию 5, Одэй Нобунага за страну Япония. Эх, только давно я уже не играл, и сейчас буду вместе с вами вспоминать, что у нас тут происходило. Помню, что наглые французы прутся против нас. Мы их пытаемся остановить. Ну, не то чтобы против нас, но вообще они очень нагло себя ведут, поэтому нам надо как-то успокоить их. Ух ты, вот так я выбежал. Тут тоже по прямой они. Да, сейчас этот отряд добьют, к сожалению. Ладно, следующий ход. Препятствий у них никаких нет. Да, к сожалению, повторяю, еще один отряд. Единственное, радует посмотреть, сколько у нас денег, поэтому благодаря нашим деньгам мы сейчас попробуем как раз и выжить. Но мы просто так отсюда не уйдем. Мы заберем с собой, во-первых. Больше не получают лошади. А, хорошо, мы сейчас разберемся с этим, но просто так мы не умрем. Заберем с собой кое-чего. Здорово. И если есть такая возможность, нам надо. Есть еще у нас один ход или нет? Нет, нету. Отлично. Так, отряд мы потеряли. Милан. Ты у нас ждешь, чего бы тебе построить, да? Нам надо выдвинуться. А здесь катапульты у нас стоят. А в Киото мы выдвинемся. Не понял. Киото. Отдай лошадей. Киото просто ждет, пока мы что-то там построим, да? Ну хорошо, давайте сначала построим, потом отправим лошадей. Что у нас с довольством? Все нормально, с производством в Милане тоже все замечательно, с едой сверхзамечательно. В принципе, то у нас тут все очень даже неплохо. Поэтому давайте смотреть с наукой. С наукой у нас не очень хорошо, да? За три хода, да. Давайте науку. И ждет приказа. Вот как раз эти лошади. И мы ими движемся. Ну, почему-то они упорно не хотят. Может быть, в Киото кто-то стоит. Да. А в Киото стоят лучники. Поэтому в Милане мы оставляем тогда вот этот отряд. Модернизировать мы их можем до рыцарей. Но рыцари у нас, насколько я помню, это пешие. Ну, в смысле ближнего боя. Поэтому мы именно конных лучников не будем и выбираем следующий ход. Меня волнует вот этот город. Надо вот эти войска сейчас, если кто-то выживет, попытаться отвести их. Варшава взывает о вере. Именно. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты. И у нас повышение. Мы возьмем дальнобойных атак, наверное. Полное исцеление мы не будем брать. Так, нас сейчас издалека и фигачим, поэтому и отойдем вот сюда. Милан. Ты по-прежнему ты встаешь на дежурство. Ты встаешь на дежурство. И следующий ход. Красотища, да, у нас построено что-то. Не хотят они нас просто так отпускать. За это они сейчас поплатятся. Я надеюсь. Почти они поплатились. Требует мрамор. Ничего себе, Коломба обнаглела. Мы встаем на излечение. Так, веру. Веру нам.
попробуем Венецию продвинуть. Давайте. Не можем, да? Только с теми, с кем мы дружим, что ли? Ну, тогда англичане, вы уж не обессудьте. Да, пойдем к вам. Выбираем проект в Лавенте. Это будет банк. У нас денег, в принципе, достаточно, но будем увеличивать. Любой ваш друг достоин нашего расположения. Передайте державе Майя мой сердечный поклон. Ну, спасибо. И Майя говорит то же самое про Индию. Хорошо. Мы всем будем передавать, но насчет поклона я не знаю. Весса. Лучший способ просвещения и улучшения человека как существа мыслящего, нравственного и общительного. Томас Джефферсон. И теперь мы можем строить арбалетчиков, литейный завод и дороги ускоряют движение. Арбалетчики — это мощные дальнобойные войска средневековья, также ускоряют перемещение по дорогам. Ну, это замечательно, просто замечательно. Население Токио увеличивается до 5. Эфиопия во всеуслышание объявляет, что отныне будет защищать Варшаву. Индия и Майя публично заявили о своей дружбе. И Тикаль к созданию может приступить нового проекта. Наконец-то достроилось, насколько я помню, здесь суд строился. Наконец-то достроился суд. Мы изначально здесь сейчас... Рабочих 10 ходов. Нет, это очень долго. Пища 2, производство 7, наука. Может попробовать. Давайте водяную мельницу. Водяная мельница. Там здесь пригодится. Так, если мы поставим здесь цирк, нам пока довольство не нужно. Возникновение великих людей было бы неплохо, но... город... Монумент. Да, давайте плюс 2 культуры пока. Вот так мы сделаем. Все это нам будет на пользу в будущем. Ну, как мне кажется. Надо утихомирить как-то французов. Выбираем проект в Киото. В Киото это будет... Нам главное Киото сейчас не... Ну, не то, что сейчас вообще, главное не потерять. Это наша столица. Поэтому... Давайте построим... Давайте попробуем. Хотя оно нам не очень нужно. Но... Ну давайте вот так, запретный. Попробуем. Мне... Я не то, что... Не то, что оно нам нужно, но мне просто нравится строить чудеса света. Очень жаль, что в мире есть правитель, который доставляет удовольствие для своих. Вы согласны с этим? Конечно, только я, по-моему, сейчас ни с кем не воюю. Ганди, ты что-то путаешь. Давайте. Нет, Ганди. Ганди наглеет, потому что он один сейчас из самых сильных. Надо нам с ним как-то заканчивать. Потому что добром это не закончится по-любому. Он не захочет жить мирно. Он уже... Сейчас ведет себя не очень хорошо. И мы строим национальный эпос. 18 ходов. Слишком долго. Если мы в этом городе попробуем увеличить производство. 14 ходов, да. Увеличиваем производство. И давайте национальный эпос
нам увеличить на 25 скорость возникновения великих людей в городе. Я думаю, мы попробуем обязательно. Почему бы нет? Почему бы нет? Следующий ход. Нам это очень-очень поможет в будущем. Наполеон с ума сошел. Абсолютно. То все. А, вот это плохо. Вот это плохо, то, что он сюда подвел. А, великий торговец появляется в городе Киото. Здорово. И великий инженер появляется в городе Киото. А вот сейчас великим инженером, чтобы не терять время, мы возьмем и построим чудо света. А великий торговец у нас отправится. А что он может делать? Заключить торговую сделку, если он находится на территории города государства, с которым вы не воюете, то великому торговцу можно отдать этот приказ. Он заключает торговую сделку, вещает из игры о вашей душе, получит большую сумму золота и улучшит отношения с городом. А нам нужен город-государство, да? Насколько я понимаю. Городов-государств не так много. Вот Варшава. Давай Варшаву дуй тогда. Мы выбираем проект в Востоке. А, и пусть это будет жандармерия. Так, кстати, у нас здесь стоят. Их улучшить нельзя пока. Нет, пока нельзя. Поэтому следующий ход. Да за что вы нас осуждаете? Мы сейчас ни с кем не воюем, кроме Франции. Хорошо. Хорошо. Но однажды вы заплатите за это. Так скажем вам. Фактически любой из нас может по собственному желанию превратить мир во дворец или в темницу. Джон Лабок. Ну что же. Еще одно чудо света. У нас город обрастает ими просто. Я не знаю почему, но мне нравится просто их строить. Может быть, это не совсем правильно так играть, но... Ну почему бы и нет? Я играю в свое удовольствие. И мы строим здесь первоначальный университет. Увеличиваем науку. Пусть будет так. Медь. Медь и сахар надо Хайле продать. Варшаву. Да, в Варшаве кто-то там мутит что-то. Эфиопия осудила нас. Ну что же, мы тогда... Мы сейчас торговый караван туда приведем, в принципе. Что у нас вообще со шпионом? Что он там в Париже 25 ходов собирает сведения? Очень долго, очень долго. Наконец, до сюда дошли рабочие. Да, здесь у нас, по-моему, отхватывают территорию. Там, где я хотел построить город. Не очень хорошо. Не очень, не очень хорошо. Да, надо как-то ускорять процесс. Или строить, или не строить. Или обнаглеть. Ну, Варшаву не стоит захватывать пока что. Вот я бы французов. Венецию, конечно, он отхватил. Очень нагло. Можно попробовать у него Катманду. Оно далеко от его основных сил находится. Очень далеко причем. Поэтому можно попробовать Катманду отхватить. Или построить изначально город где-нибудь вот здесь. Вот здесь, предположим, мы захватим тогда коров. Захватим вот эти вышки. Захватим, если здесь построим, то соль, металл. Да, может быть, вот здесь и... Потом двинуться на Катманду. Хотя он его неплохо уже усилил на 26. Ой-ой-ой-ой-ой. Как нам
что нам сделать, как нам быть. Кто подсказал? Так, ну не то, что подсказал, нужен министр, министр-советчик. Не знаю. Так, вы идете вообще, кстати говоря? Или не идете, я не пойму. Вот так даже, да? Почему? Мы же с вами вроде как дружим. Давайте. Мы же не на город на сам нападаем. Следующий ход. Да вот бегают постоянно, что-то разведывают. А, ты не обнаглел, то есть я тебе даю сахар, а ты мне ничего? А давай ты мне взамен меха тогда. Извини, дружище. Ну, по-моему, это просто наглость. Я тебе сахар, а ты мне просто ничего. Нет, Хайли. Так, не пойдет. Измеряй измеримое. У меня есть полезная информация. Неизмеримое измеримым. Галилео Галилей. И теперь мы можем строить трибушеты и Нотр-Дам. Но сможем ли мы Нотр-Дам? Я еще это обзор шпиона, да. А у французов-то нам нечего красть, поэтому мы выдвигаемся, наверное, в Индию. Так понимаю, потому что Франция оказалась бесполезной. Да, передвигаем шпиона. Спасибо за совет. С Елизаветой у нас. С Елизаветой. Давай, Елизаветочка, с тобой поторгуем все-таки пока что. Oh, it's you. You were saying? Да. Да, это я, как ни странно. Я тебе предложу сахар. Что я получу за это? Ничего, да? Of course not. You cannot be serious. Тоже ничего. Может быть... То есть ты жадная, то есть стала просто. Может быть, за железо я что-то получу? Значит, так, да? И за лошадей ничего не получу. Хорошо. Или не очень. А что ты хочешь вот за это? Of course not. Да. Плохо. Да. Ну, не хочешь, как хочешь. Извини. Елизаветочка, я пойду торговать тогда с другими. Ты просил у меня сахар. Что я получу за это? Ничего. У тебя просто денег нет, да? Ну что же. Мрамор от нас требует, да? Веру хотя. И Цюрих. А где Цюрих, кстати, находится? Цюрих. А, вот он. А где наша религия? А, нет, не то, я извиняюсь. Военные силы. А у нас... А вот пророк. А где он? Где пророк? Вот он. Иди-ка ты, дружище, лучше вот сюда. Давай. Здесь. Да. Надеюсь, он понял. Иди в Цюрих. И следующий ход. Торговцы. Торговцы, не бойтесь. Сюда, сюда. Бежим, бежим сюда. Опять следующий ход. Ой, забыл войска отвести. Не особо нам сейчас приносит какого-то ущерб. Не такой уж большой, так скажем. Прямо не можем. Великий пророк появляется в Киото. Еще один. Это здорово. И мы пойдем к англичанам распространять свою религию. И попробуем прямо к Лондону. Прямо вот сюда.
Так, и следующий ход. Подплываем. Ну, что такое? Не можешь? Давай сюда. Следующий ход. Опять я войска забыл сюда отвезти. Да-да-да. Ребят, право вспомнил, но было поздно уже. Ян уни та асабиббет. Энэнда мамну. Лаулеттачим хазбачим такамину. Вот это другое предложение, Хайли. Конечно, я согласен. Ой, Варшава больше не друзья. Ганди больше не поставляет нам золото. Неплохо было поговорить с Ганди, и чтобы вернуться... Так, что нам нужно здесь, чтобы вернуть наши торговые сделки? Давайте построим все-таки, да, библиотеку, как нас и просят. И на этот раз мы не забудем про свои войска и будем их отводить. Потому что нет смысла им сейчас просто умирать. И заключаем торговую сделку. И опять мы с Варшавой, друзья. Здорово. Вот чей-то шпион там обломался очень конкретно. Мы убираем проект Лавенте. И пусть это будет... А здесь чудо света какое-то, что ли? Вот это что такое? Можем строить Нотр-Дам, кстати. Вера плюс 4, но здесь он будет строиться очень долго. Хотя 24 производства здесь очень даже неплохо. Давайте попробуем, если еще увеличить приоритет на производство 16. Какой-то особой разницы нет, да? Поэтому будем строить сначала тогда. Да пусть будет акведук. Пусть будет акведук. И... Так, что у нас здесь? Следующий ход. Так, вы куда вам бежать, да, вы спрашиваете? Не совсем понимаю, у нас их просто двое было. Кто? Кто-нибудь бежит сюда? Так, давайте еще раз посмотрим военные силы. Великий пророк. Один здесь. Один здесь, вот да, ну все правильно. Вам надо бежать в Цюрих. Не очень просит нас, чтобы мы сделали нашу веру. Просто не знаете, куда бежать, что ли? Да, по-моему, на клетке не подсвечены, не знают, как идти. Ну хорошо, будем вести их потихонечку. Так, а это кто? Англия. С Англией мы, по-моему, пока дружим, поэтому надеюсь, напрягаться пока нет надобности. Мы здесь попробуем Нотр-Дам еще построить. Следующий ход. 12 ходов. Было бы неплохо. Так, вы здесь теперь отлечиваетесь до конца. Следующий ход. И Ганди создает Нотр-Дам. Эх, Ганди, Ганди, ты меня начинаешь раздражать очень сильно. Мы будем строить здесь рынок, наверное, в Текале или нет. Подождите, давайте посмотрим, что мы можем еще. Стены. Нет, мы здесь будем строить стены сначала. Выбираем проект в Осаке. Так как пока больше ничего полезного нет, строим оружейную. Выбираем проект в Сацуме. В Сацуме это будет то, чего строится, наверное, меньше всего, а следовательно и полезное. Это будет маяк. Выбираем проект в Токио. В Токио это будет... В Токио это будет тоже пока что маяк. Бегите, бегите, давайте, давайте, давайте. Следующий ход.
новое время продолжает. Да. И мы входим в золотой век. Неплохо. У нас денег уже 3500. Поэтому нам бы... А зачем мы, кстати, действительно, почему мы ничего не покупаем? У нас денег достаточно для того, чтобы быстро-быстро отстроить города. Как-то я про это забыл совсем. Поэтому что нам здесь нужно? Честно говоря, ничего нам особо здесь не нужно. Прибавим еще денег. Что еще мы здесь можем сделать полезного? Банк. Сейчас вот так будем тратить деньги, которые нам будут в будущем приносить опять же деньги. Что мы строим, кстати? Стена. Соответственно, на угрожение 27 ходов. Поэтому маяк. Ой. Не то нажал. Маяк. И мы строили. Строили. Строили мы здесь стены. Так, это оставим, пока город в покое. И... Да деньги пока оставим тоже в покое. Пусть будет все пока так. Так, здесь мы движемся дальше вперед. А, и вы сюда движетесь. Очень интересно. Ну, хорошо. Тогда вы будете двигаться не сюда. Тогда вы будете двигаться к Лондону. И следующий ход. А вот это французы понабежали. Сейчас они убьют, конечно, наших. Обалдеть. Вы видите... Многие меня спрашивают, зачем ты постоянно воюешь, но здесь не получается по-другому, но не хотят, например, те же французы, они жить дружно. Вы сами видите то, что происходит. В большинстве случаев я не виноват. Да, мы в любом случае сейчас погибнем, видимо. Бежать мы, наверное, не сможем. У этих будут ходы. Попробуем. Да, это сейчас нас добьют. Ну, к сожалению, потеряли мы еще один отряд. Давай. Давай, родной. Подходи к Цюриху. Нифига он нагнал против нас. Нашего одного отряда, вы просто посмотрите, сколько он нагнал войск. И мстя моя будет страшна. Это однозначно. Втекали. Что мы делаем? Втекали. Втекали мы будем строить. Все это очень было бы неплохо. Очень-очень было бы неплохо. Так, ну, судя по тому, что здесь нам везде рабочие строят еду. Видимо, у нас ее совсем не хватает. Давайте так, ведук. Выбираем проект в Кахакии. Пусть это будет действительно университет.
собираем проект в Ноттингеме. В Ноттингеме у нас что у нас? 3-8. И не производство толком, и не еды, поэтому. Поэтому рынок. Будем еще прибавлять себе денег на случай войны. Так, не дают нам, да, подойти к городу? Хотя это очень странно, сами же просили. Давай как-нибудь так обходить, что ли, я не знаю. Следующий ход. Сколько игроков уже в новое время вошло, обалдеть. Долг газеты – печатать новости и поднимать скандалы. Чикаго Таймс. Театр мы можем строить и Пизанскую башню. Следующий ход, пока мы. Лекуштиле Чунтилов Ян Улюдул Йоколь Тинтече Умпахтал Умехталель Башаке. Ма, Умпахчаха. Янин Вайк Ма. Хорошо, давай, просто посольство. Я пока согласен. Почему бы нет? Надо улучшать отношения хоть с кем-то. С вами пока только с Наполеоном, с остальными нейтралитет. И чуть поближе к городу выбираем проект в Осаке. Пизанская башня. А здесь у нас сколько осталось? Так Нотр-Дам же, по-моему, построили уже. Или нет? Я не очень понимаю. Что-то я недопонимаю, подождите. А можно ли как-то посмотреть, у кого какие чудеса света? Просто чисто зрительно я не могу определить. Вот эта библиотека, единственное, что знаю. У нее еще вот чудеса света, вот. И вот, да? Но если среди них Нотр-Дам, чисто зрительно нет. Но я вот вижу, что он какой-то завод строит, да? По-моему, ушел уже вперед нас. 19 ходов. Нет, это слишком долго. Строим театр. И вот и улучшаем, модернизируем до трибушетов. Деньги нам позволяют, поэтому. Выбираем проект в Лавенте. Тоже это будет не Пизанская башня, это будет жандармерия. Следующий ход. Вы не можете никак добраться, да, до сюда. Давай вот сюда. И начинаем распространение религии. Угу. Отлично. Следующий ход. Ганди, ты достал от меня реально. Ганди. Он меня уже очень сильно бесит. 14 ходов. Или мы можем. Наши столицы можем построить, да? Хорошо, ладно, давайте в Киото. Нет, а где нам проект? Надо здесь, в Милане. В Милане мы будем строить. Милане. Неплохо было бы замок, конечно, построить. И банк. Нас просит университет. Пусть будет университет. А то нас уже начинают обгонять. Соответственно, в Кионде мы попробуем Пизанскую башню все-таки. Я даже не посмотрел, что он дает. Великие люди появляются быстрее. Было бы неплохо. Так, а что у нас, как здесь приоритет стоит? Если мы вот так поставим, вот да. Так мы сейчас и поставим.
в Лондоне. Религия. Расизм. Вы по-прежнему пока стоите на дежурстве. И что у нас? Так. Попробуем. Давайте попробуем прорваться к нашему любимому, неподражаемому Ганди и там распространить свою религию. Может быть, так мы его как-то на время хотя бы успокоим. Следующий ход. You have triumphed over us. The day is yours. Хорошо, мы отправим наших миссионеров и пророков в другие державы. Пока нам достаточно этого. Нам пока достаточно. Петру кто-то создал. А, Паскаль. Паскаль подлюка опередил нас. И здесь мы строим библиотеку. Кто у нас там чего ждет? От Лондона. Мы им обещали, конечно. Ну давайте отводить, хорошо. Хорошо, мы отведем. Следующий ход. А здесь мы в наглую пойдем в гости к Ганди. Французам, кстати, сходить, я только сейчас об этом подумал. Убираем проект в Сацуми, и это будет, да, это будет мастерская. Здесь слишком мало производства. Еще раз следующий ход. А мы вывели своих миссионеров. Ну почему-то Англия обозлилась, и неужели она к нам идет? Здесь есть кому удержать, да. Милан, я думаю, удержится в этот раз. Если что, у нас денег много, и мы накупим прямо на месте войск. Так. Так, так, так. Вы тогда тоже давайте... Нет, а мы пойдем попробуем, кстати, к французам. Мы сейчас, во-первых, пойдем к Варшаве сходим. У нас Варшава. А, здесь даусизм уже есть. Ну, здорово. Тогда мы вот в любом случае идем сюда. А потом попробуем к французам сходить. Что это за звуки? Грамотеи мира. Пока мы на первом месте, на две технологии мы идем впереди всех остальных, но рядом с нами Наполеон и еще два игрока, которых мы даже не знаем, плюс Ганди. Да, это не очень хорошо. Надо как-то ускоряться. Выбираем проект. Да, пусть это будет Автикали. Да, пусть это будет библиотека. И следующий ход. Так, ну мы здесь же решили, по-моему, куда идем. Почему вы не идете? Мы идем вот сюда. Не хотят они почему-то идти, смотрите. Странно. Хорошо, давайте вообще продолжим. Я подумал в следующей серии, потому что серия немножко затягивается. Немножко она получилась вот такая. Про строительство и улучшение отношений с соседями. Кроме одного. Вот этих голубых пятен на карте. Но без этого никак в этой игре. Это пошаговая стратегия, но очень-очень замечательная и, по-моему, очень интересная. Давайте увидимся в следующей серии. С вами по-прежнему был Анми. Кому понравилось, комментируем, ставим лайки. И кто не подписан, подписываемся. И пока-пока.